Меня зовут Петр Дембский. Я являюсь авторизованным укладчиком компании «Барлинек», крупнейшего производителя деревянных напольных покрытий в Польше и одного из крупнейших в мире. Я покажу вам, как правильно ухаживать за полами, покрытыми натуральными маслами. Самыми большими врагами деревянных полов являются вода и песок. Несколько простых советов позволят нам защитить пол от повреждений. Ножки мебели, стульев следует подклеить войлочными подкладками. Не следует ходить по деревянному полу в обуви на шпильках, поскольку на нем могут образоваться вмятины. У входа в квартиру и в прихожей необходимо постелить коврики для ног. Под кресло на колесиках следует подложить специальные маты. Для содержания пола в чистоте его необходимо подметать, пылесосить и периодически протирать влажной тряпкой. Помните, для очистки пола нельзя использовать швабру без отжима. Необходимо использовать только и исключительно те средства, которые предназначены для ухода за деревянными полами. В предложении компании «Барлинек» представлены средства по уходу за полами, покрытыми натуральными маслами. Мыло по уходу «Wash Care», чистящее средство «Magic Cleaner», средство по уходу «Wax Care». Для ежедневного ухода за полом мы используем мыло «Wash Care». Мыло разводим в воде в соотношении 100 мл мыла на 5 литров теплой воды. Во время мытья пола следует использовать два ведра. Одно для воды с мылом для смачивания швабры и второе с теплой водой для ее отжимания. Мыло предназначено для очистки пола, мебели, кухонных столешниц и любого вида древесины, используемой в интерьере. Для основательной очистки пола, покрытого маслом, используем Magic Cleaner. Это средство удаляет грязь, жир, пятна от никотина и старый слой мыла. Средство разбавляем в соотношении 100 мл чистящего средства на 5 литров воды. При использовании этого препарата также следует использовать два ведра. Слегка смоченной шваброй моем пол. Затем обязательно наносим на пол средство по уходу Wax Care. На место точечной очистки напольного покрытия обязательно следует нанести средство по уходу Wax Care. Оно рекомендуется для применения сразу после укладки пола и при его дальнейшей эксплуатации. Достаточно вылить раствор на деревянный пол и растереть его по поверхности. Достаточно вылить раствор на деревянный пол и растереть его по поверхности. Оставить примерно на 15-30 минут. Следует помнить о необходимости правильно защищать наш пол от повреждений и надлежащим образом за ним ухаживать. Используя средства «Барлинек» по уходу за полами, покрытыми натуральными маслами, мы можем быть уверенными, что на протяжении долгих лет будем наслаждаться красивым, натуральным, деревянным полом. Приглашаю вас посмотреть наши видеоинструкции по укладке и уходу за натуральными деревянными полами «Барлинек».